Всем привет, меня зовут Алена Воронцова, я стилист. Тема сегодняшнего видеоролика – это 5 вещей, которые сделают более стильным ваш летний гардероб. Я специально сделала подборку из 5 вещей, это не только одежда, но еще и аксессуары, которые вы сможете носить не только этим летом, несмотря на то, что этим летом эти вещи супер актуальны, они в тренде, но, в принципе, вы можете их носить и в будущие сезоны тоже. Я бы отнесла эти вещи даже в какой-то степени к базовым, именно поэтому я решила вынести их в отдельный видеоролик. Итак, первое, с чего мы начнем, это зеленый цвет. Я считаю, что обязательно этим летом нужно обзавестись хотя бы одной вещью в зеленом цвете, что бы это ни было. Это может быть хлопковое платье или сарафан, могут быть брюки, весенний летний тренч или все что угодно другое на ваш вкус. Я обратила внимание, что даже обувные дизайнеры предоставили сейчас коллекцию, в которой есть обувь в зеленом цвете. Единственное замечание, что нужно выбирать цвет не ярко-зеленый, а более приглушенный. Это может быть глубокий зеленый цвет, может быть цвет хаки или классический изумрудный. Вторая вещь, которая поможет украсить ваш летний гардероб, это белая рубашка в мужском стиле. Тоже вещь, которая абсолютно не выходит из моды никогда. В принципе, ее можно носить в любом сезоне, не только в летнем. Но и в летнем она вам поможет украсить практически любой низ, который вы выберете к ней. Это может быть юбка любого фасона, кроя, из любой практически ткани. Это могут быть как джинсы, так и брюки, классические, не классические, неважно. Также это могут быть шорты. В общем, полет фантазии может разойтись здорово при условии того, что вы подберете для себя идеальную базовую белую рубашку. Почему я сказала именно про мужской крой? Потому что вот этот более объемный силуэт сверху сделает вашу фигуру визуально, наоборот, более хрупкой, и вы будете выглядеть более стильно. Еще одно замечание, что именно рубашка в мужском стиле, мужского кроя, она, как правило, непрозрачная и выполнена из такой более грубоватой ткани, более плотной, наверное, я бы сказала, которая тоже помогает держать форму и выглядит более стильно, чем другие варианты. Плюс ко всему она минималистичная и простая, достаточно просто закатать рукава до уровня 3/4, и ваша рубашка действительно украсит любой комплект. Третий пункт – это босоножки на устойчивом каблуке. Это так называемый абсолютный must-have данного сезона, и весеннего, и летнего. Я считаю, что хотя бы одни босоножки на устойчивом каблуке совершенно точно нужно приобрести. Они помогут украсить любую вашу одежду. Более того, могу сказать, что какую бы вещь вы ни надевали, даже совсем простая вещь, которая будет на вас надета, она может быть обувью как убита, так и украшена. Это нужно понимать. То есть, если вы надеваете простое, например, хлопковое, белое или любого другого цвета платье, и к нему выбираете старомодные какие-то нестильные или очень дешевые туфли, которые выдают свою цену, скажем так, потому что не вся недорогая обувь выдает себя, то эта обувь уничтожит ваше платье в целом и сделает вас совершенно немодными. Следующий аксессуар, который очень актуален в этом году, это зеркальные очки розового цвета. И пусть вас не пугает розовый цвет, на самом деле он выглядит очень стильно, удачно и выигрышно. И практически все дизайнеры, ну, может быть, конечно, не все, но очень многие, в этом году представили в своих коллекциях очки зеркальные именно в розовом оттенке. Здесь такая же история. Что бы вы ни надели на себя, насколько бы простая ни была одежда на вас, например, та самая белая хлопковая рубашка в сочетании с какими-нибудь джинсами или брюками, если вы дополните ваш комплект стильными очками или стильной обувью, то опять таки ваш образ в целом станет выглядеть намного более выигрышно, намного более удачно. Поэтому советую, как вариант, как альтернативу, рассмотреть для себя вот такие очки. Предпоследний must-have весенне-летнего сезона – это весенне-летнее пальто или тренч. Я уже снимала как-то вам ролик про весенне-летнее пальто, как здорово оно может украсить тоже практически любые комплекты, платья любого фасона, любые джинсы, брюки. Все, что может само по себе смотреться немного простовато, при дополнении второго слоя, как вы знаете, и вы уже наверняка это заметили по всем практически моим видеороликам, при дополнении вторым слоем это все выглядит намного более стильно. Но что касается именно тренча, который удлиненный, который выполнен в базовом цвете, это может быть, например, темно-синий, актуальный в этом сезоне, зеленый, может быть, например, даже какой-то розовый, я и такие варианты тоже видела, или черный. Попробуйте выбрать разные цвета для того, чтобы понять, что будет больше сочетаться с вашим основным гардеробом. Но так или иначе, вы поймете, что этот
второй слой сделает действительно вас более гармоничными, более стильными. И последний абсолютный must-have этого сезона. Тот аксессуар, который вы сможете в этом сезоне использовать и на курорте, и даже в городе. Хотя раньше это, возможно, было не так уж уместно. Но в этом году этот аксессуар в моде, поэтому мы носим его везде. Это плетеная сумочка. Если вы выбираете для себя плетеную сумку для того, чтобы взять ее на курорт, то, естественно, она должна быть большего размера для того, чтобы вы смогли с ней пойти на пляж. Именно плетеная сумка для пляжа выглядит особенно изысканно и колоритно. То есть никакие другие альтернативы пляжных сумок, тканевые, например, или бывают еще сумки непромокаемые, которые тоже используются для пляжа. Все это, конечно, не будет таким эстетичным, как красивая, объемная плетеная сумка, куда вы положите все ваши пляжные принадлежности. Но и также для города. В этом сезоне уникальность плетеной сумки в том, что в городе она смотрится не менее уместно, чем на курорте, и она сможет придать какого-то настроения легкости, а может быть иногда какой-то винтажности вашим образом. Так или иначе, все это будет смотреться уместно и очень стильно, поэтому я настоятельно рекомендую рассмотреть для себя такие сумочки. Также я видела одну очень удачную и абсолютно очаровательную модель в магазине Zara, оставлю ссылку внизу, и парочку моделей в других магазинах. И еще несколько вариантов я видела на ярмарке мастеров. Если кто-то до сих пор не знает про этот сайт, то советую обратить на него внимание. Там продаются вещи ручной работы. А также несколько вариантов плетеных сумок на продаже я видела в Инстаграм. Это были тоже мастера, которые плетут сумочки сами в единичном экземпляре и выставляют их на продажу по весьма, между прочим, бюджетной цене. Также оставлю вам ссылки, может быть, вам будет это полезно и интересно. Я очень надеюсь, что вам понравился этот небольшой рейтинг вещей, которые помогут вам выглядеть более красиво, роскошно и стильно в весенне-летнем сезоне. Оставайтесь со мной, если вам нравятся мои видеоролики. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ставьте пальцы вверх и до новых встреч!